Очень широкая оказывается. Соперник по полной смог это прочувствовать. Навес напрашивается. От перекладины в ворота. Гол! Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Какой гол! Расстояние приличное было до ворот, но это не помеха для него. Рядом со штангой. Опасным получился удар. Делал он все правильно и уже видел этот мяч в углу ворот, но немного. Легко и непринужденно проходит он. И арбитр показывает желтую карточку. Классный пас. Можно двигаться дальше. Есть удар. Опасно. Гол! Гол! Нет гола! И гол! Манчестер Сити забивает! Дибала великолепный пас исполнил. Красиво сыграно, как эффектно. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Феликс. Дибала, решай! Смог мяч принять после навеса. Что дальше будет? И это гол! Шутом пробил. Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему.